Всем привет! В целом я решил немножко развивать канал шире, скажем так, и добавить еще одну игрушку. Ну, не знаю, как зайдет, посмотрим. Мне она, в принципе, зашла неплохо. Буду первое время снимать, посмотрю по отзывам, по, скажем так, по просмотрам, по лайкам, по вашим, как бы, комментариям, как оно зайдет. И если пойдет норм, то в дальнейшем буду, думаю, две игрушки поддерживать, считать, на канале. Может быть, в дальнейшем еще что-то добавим. Может, какие-то добавим обзоры просто мимолетные на другие игры. Будем смотреть, в принципе. С Годесом я не забрасываю. Годес все так же будет. Будут обновы, будут битвы, будут обзоры. Все остается, как и было раньше. Просто немножко добавим контента с других игрушек. В принципе, это Dragon Raja. Вышла она 27.02 на русский рынок. На Китае она уже давно, и там немножко она уже пошире, скажем так. В принципе, сейчас первый ролик будет такой вот беглый, я не знаю. Игрушка очень емкая, то есть там, по-моему, 6 гигов, если я не ошибаюсь. То есть и телефончик нужен будет помощнее для того, чтобы в нее играть. Соответственно, я играю с телефона. Вот. Ну, давайте по самой игрушке. В игрушке 4 класса. Есть мастер меча. Это как бы воин-танк. Очень много контроля, чуть меньше урона, массовый урон. Вот. Дальше есть стрелок. Большая ренжа, большой дамаг, мало контроля, мало выжимаемости. Ну, как обычно. Дальше есть ассасин. Ассасин, он же идет и ближник, он же и дальник. Здесь немножко есть по классам. В дальнейшем, если буду снимать видео, я объясню. Там двухсторонняя, скажем так, две раскладки скиллов, которые вы во время боя переключаете без потери, то есть вы сразу их переключаете и пользуетесь и теми, то есть у вас как бы несколько скиллов, там, если я не ошибаюсь, по 8 скиллов у каждого, ну плюс-минус, не 8, там больше, там некоторых еще умножаются скиллы, в принципе, там очень много на самом-то деле, но в принципе хватает для того, чтобы прокликивать, ну, кликабельно, да, то есть не то, чтобы не, пальцев не хватает, но нормально. И есть еще танцор душ. Он же хиллер, он же саппорт, он же, я не знаю, ну тоже контроль, дебаф, у него там и замораживание, и превращает и вудку там, ну то есть как бы хекс, кто знает, там такого, тому подобного. Классы, в принципе, вот это в 4, еще 2 класса добавят попозже, там с косой и еще какой-то робот, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, а тех, кто добавят, еще будет позже видео, скажем так. Значит, доступно классы 4, расы доступно всего 3. То есть, ну, в принципе, как расы 3? Расы 2. Мужчина, женщина, да, это пол. Это не расы разные, это раса одна. Только пол меняется. И есть лоли. То есть, кто знает, я думаю, уже ни в одной игрушке сталкивались, в принципе, с такими лольками. Вот, соответственно, они есть в каждом классе, да, то есть есть все, и от них не зависит, то есть у них нет никаких-то там дополнительных параметров, то есть вы можете любого выбирать, то есть мужчину, женщину, лоли не имеет значения. Дальше есть, я быстренько покажу, но я не буду объяснять. Окей, то есть внешность настраивается абсолютно как вы захотите, есть вот целые. Ну, то есть, абсолютно, там, прям, вообще, вот, ну, вообще, короче, я не буду настраивать. Вы можете прям чуть ли не себя настроить, то есть, внешность — это отдельная история. Вот, мы зайдем сейчас в саму игрушку, посмотрим. Вот у меня есть 79 уровня стрелок. Вот этим я играю. Графика, ну, бомбическая, во всяком случае, на телефоне. Я не знаю, как на компьютере будет. После видео смонтирую и посмотрю, на самом деле, как оно будет смотреться в компе. Мир шовный, то есть есть города, но нет такого прям целого, но городов очень много, то есть даже вот тот же там Токио, очень красиво все прорисовано, скажем, ну, блин, ну реально захватывает вот именно своей графикой, но очень много всяких, скажем так, фишек, да, то есть все, что вы не качаете, все, что вы не делаете, дает вам что-то. Даже вот те же просто лайки, те же общение, социум, все дает вам вот какие-то бонусы. Это вот Токио у нас, да. Дальше что у нас тут есть еще? Давайте какой-нибудь... Вот.
на Сибири. Сейчас здесь там босс стоит маленький, по-моему. Сейчас посмотрим. Он обычно стоит, там мировой босс. Тоже, чтобы посмотреть, насколько качество. Вот, ну вот лес все. А, кто-то убил, наверное, босс. А, нет, вот стоит дракон. Видите, вот такие вот боссы мировые есть. Вот, к примеру. Покажу инвентарь. То есть, да, вещи с прокачкой, скиллами, то есть, как обычно, то есть, шмотки, ну, то есть, все как всегда, золото, камушки, здесь доната нет, я, в принципе, в рейтинге этих стрелков на 49-м месте по мощи, начал я примерно на неделе полторы позже, чем все остальные, после старта сервера, ну, в целом, интересно. Здесь вот события, есть данжи, я уже снял для вас два прохождения соло данжа, дальше я еще готовлю один бах уже свеженький, вот. В принципе, захватывает тем, кто играл, вот может быть в Теру знает, там вот была такая гонка, были ачивки и были данжи, которые проходили в соло, снимали видео, типа кто вот в соло пройдет, тот вообще папа. Вот здесь вот примерно та же история, только здесь немножко легче. Здесь в соло проходить данжи проще, потому что ваша атака умножается. То есть чем меньше вас пати, тем больше у вас атаки. То есть деф остается тот же, плюшки получаете те же, но именно сами эти сами а сама атака ваша больше становится. Вот сейчас я полечу, покажу вам, то есть как оно выглядит, тот же вход и выбор. Даже есть сложности разные, то есть есть легкий уровень данжа, есть средний уровень, есть хард уровень. Вот сейчас мы полетим. А есть еще такая фишка, то есть это у меня вот маунт, есть маунты, смотрите, к примеру, даже вот здесь мотоцикл, к примеру, да, тоже у меня летающий, но уже немножко прокачан. А есть другая фишка, то есть если вы ходите, но нужно немножко подкормиться. Сейчас мы вот подкормимся. Вот есть это, есть у всех доступно. Вот такая вот фишка, вы можете летать. То есть такая вот. Ну в целом игрушка, я говорю, ну за 5 минут объяснить, я показываю как бы вкратце. Вот такие вот есть данжи. Рекомендовано 5 человек, минимум 1, уровень 70. Есть обычный вызов, да, и есть вызов хард. Вот есть как бы сложный, первый, второй, третий и четвертый. Прям типа мега сложный, там крутые, более классные типа шмотки падают грейдом и так далее. И это только начало. Но и система, почему я говорю, система опыта здесь работает немножко по-другому. Вот так вот, смотрите, здесь текущий уровень 80, и всем, кто ниже, дается бонус по прокачке. И, соответственно, все люди, которые начинают позже, могут догнать. Там очень реально работает система очень хорошо, опыта дает достаточно много. И вот пока у вас не будет там 75, например, вы будете получать дополнительный опыт, чтобы быстрее добраться до вот этого уровня. Как только вы добираетесь, тогда вам начинает падать именно обычный опыт. Вот. В принципе, система очень крутая, очень интересная. В целом, за 5 минут объяснить об игрушке не получится, но реально очень красиво, очень прорисовано. Ну, все прорисовано абсолютно, то есть до максимальных мелочей, вот, и все вот взаимодействия, то есть вы даже бежите вот на NPC, например, вы их подбиваете, они падают, пали, раз, поплыли, скажем так. И напоминаю, это мобильная игруха, и реально вот сделано, ну, блин, четко. Есть нюансы с пати, с подбором пати, конечно, всегда есть нюансы, но в целом очень круто, очень красиво. Ну, блин, не передать словами, честно говоря. Нужно попробовать. Вот. Я на всякий случай, вдруг кто захочет, ссылочку оставлю в описании. И там же ссылку добавлю, коды. Есть подарочные коды. Вот. Эти коды вводить я сразу вот показываю. Вот система. В системе вот обмен CDK. Вот сюда коды вводить. Это коды за предрегистрацию, за 3 миллиона скачиваний и тому подобное. Там разные плюшки будут, в принципе, приятные сундучки и всякие вот такие мелкие плюшечки. Вот. В целом, ну, относительно минимально рассказал все.
Я думаю, что кто захочет, я расскажу больше. Вот. Но игруха довольно-таки прикольная. Ну, честно. И я постараюсь немножко поснимать, немножко порассказывать и показать вам немножко еще что-то другое, кроме Годеса. Надеюсь, вам понравится. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока!